Новый магазин «Смол» открыли в Алматинской области. Это 51-й супермаркет торговой сети. Чтобы приобрести свежие товары, жителям Илийского района больше не придется далеко ездить. Десятки жителей Ашабулакского сельского округа собрались, чтобы первыми закупиться в новом магазине «Смол». После приветственной речи аксакалы разрезали красную ленту и прочитали бата. Ожидания клиентов оправдались. В супермаркете образцовый сервис и широкий ассортимент. К тому же за покупки сегодня дарили подарки, а каждые две недели проводятся акции. Нам очень удобно сюда приезжать будет. И цены мне нравятся, хорошие цены, приемлемые. Что-то искала, я спрашивала. Мне обязательно объяснили, где это находится, где я могу, не тратя время, подойти и взять. В новом магазине «Смол» не изменяет старым ценностям компании. Доступные цены и отличное качество. Допустим, сейчас со скидкой можно купить самое нужное. Свежие фрукты и напитки от 90 тенге. И даже вот шляпку. Всего за 800 тенге. В супермаркете представлены социально значимые товары по низким ценам. Продукты необходимые, первые необходимые, потому что много пенсионеров в селе, инвалидов. Открытие магазина позволило создать новые рабочие места и трудоустроить 30 местных жителей. Во всех магазинах представлена вот закрытая линия, где выпекается горячий хлеб сразу с печи покупателя. И третьей отличительной чертой нашей сети является собственный наш импорт, где мы сами завозим товары по выгодным ценам. Продукты поставляют из России, Молдовы, Белоруссии и Италии. В 11 городах Казахстана представлен 51 магазин «Смол». Ежедневно их двери открыты с 9 утра и до 11 часов ночи. Ардак Камал, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.